друзья, меня зовут Назар Анатолий. Сейчас я нахожусь на чемпионате Московской области по ловле форели. Смотрите, как развивались события. Ну, закончились соревнования, которые назывались Кубок Московской области по ловле форели. Я, к сожалению, стал, по всей видимости, только пятым. Отловился неплохо относительно в первых двух турах. В третьем и четвертом туре обнулился. Вот не очень удачно отжеребился. Получилось в первом, третьем и четвертом турах стартовал во второй половине, в третьем туре даже 18-й. Ну, поймал 6 хвостов в двух первых турах, по всей видимости, 5-е место. Работали блюсинки естественных расцветок у меня, и воблеры ожидаемо сработали по активной рыбе в первых турах. Там было очень много сходов, порядка 5-6 с воблеров. К сожалению, не удалось тренироваться на рыбе, а форель я ловлю, мягко говоря, не часто. Отсюда и результат, несколько негатов оказался, в том числе и к вываживанию. Ну, первые два тура рыбка была активна, во втором туре она была гиперактивна в одном из углов, откуда мне удалось встать, где я, в общем, 4 хвоста и поймал. Основной вес сделал тот, который у меня был. Итого 6 хвостов, 5-е, по всей видимости, место. Поймал 5 штук, первый тур поймал 2 штуки, второй тур, к сожалению, было много поклевок, но не реализовано, много сходов был. Третий тур, 4 поклевки, 3 рыбы, одна из них была бонусная, можно сказать так, выше среднего, грамм 800-900, которая как бы мне принесла хорошие дивиденды. Активность рыбы, в принципе, была активная. Она была активная, но по водоему она передвигалась, так сказать, не быстро. То есть были запуски в разных частях водоема. В некоторых местах она сгруппировалась, то есть там было больше ее, в других местах ее было меньше, но в принципе она была примерно равномерно распределена по всему водоему. Хотя, конечно, были сектора, которые наиболее как бы были выигрышные. Кто-то успел этому, кто-то смог этим воспользоваться, кто-то это не смог воспользоваться. Мы отчасти, нам отчасти получилось воспользоваться этим. Ну и что вроде как бы сделали. Конечно, можно было сделать больше, лучше наловить, но, к сожалению, не хватило именно мастерства. Не хватило мастерства в плане в том, что рыба была очень бойкая. Вываживание, в принципе, должно быть быстро. То есть, когда находишь сектор, где рыбы много, ее надо вываживать очень быстро, чтобы быстро набрать, с одной стороны. С другой стороны, когда быстро вываживаешь форсированно, есть шанс, что ты будешь много сливать, что у меня, в принципе, и происходило. Здесь важно было гармонично подготовить снасть, ну и отработать технику. К сожалению, ни одного, ни второго было у меня недостаточно, поэтому выступил, в принципе, хорошо, но не настолько, насколько можно было выступить. Лучшая приманка для меня сегодня была, это, наверное, все-таки крэнк. Крэнк не простой, а крэнк с погремушкой. Не яркого окраса, а все-таки довольно темного окраса. Идущий примерно там, примерно метр от поверхности. Может быть, что-то выстрелил бы лучше, но, к сожалению, так как времени было недостаточно, наловили на то, что ловилось. А ловилось хорошо как раз вот именно на крэнке. Наверняка бы выстрелы бы колеблющие, блесны, они, в принципе, ловили, но ловили не так, не с такой как бы скоростью, как у крэнки. У крэнка был только один недостаток сегодня, это большое количество сходов. Что и, в общем-то, как бы результат налицо. Тот, кто ловил на колебло, победитель этих соревнований, ловил больше, но у него было меньше поклевок, но меньше сходов. К сожалению, у нас было поклевок больше, но было гораздо большое количество сходов. Под конец вроде бы как бы получилось, как мне кажется, отбалансировать снасть, и вроде бы как бы я как бы к минимуму как бы свел, но, к сожалению, уже как бы уже не хватило. Ну вот, в общем-то, все. Выдаем хороший, погода хорошая, настроение хорошее. Коллектив отменный. Ну что еще сказать? Все было здорово. Добрый день. Я сегодня выиграл, похоже, первое соревнование по ловле форели в Московской области. Удалось мне это с трудом. Ловил 4 тура, один тур был с нулем, остальные были
по нисходящей. 3-2, последний тур один. Ловил на колебалке со дна. Нашел одно удачное место, с нее взял 3 рыбы. Что и дало мне результат, в принципе. Так что ловите рыбу. Больше хороших ощущений. Удачи, счастья. С вами был Назарка Анатолий. Подписывайтесь на мои новые видео на канале YouTube. Для этого просто кликните вот сюда вот. Также добавляйтесь ко мне в друзья в Одноклассниках, ВКонтакте и на Фейсбуке. Всем пока, до новых встреч. Я просто читаю и мне всегда нравится то, что ты пишешь. Мне тоже не нравится то, что я пишу. А что делать? Надо было мне так делать.